Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Человек-паук. Давайте посмотрим мы сюда. Привет, Питер. Привет. Представь то, что хочешь. Привет. К нищим пришли. Как оно? Помогаем им. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я Господи. Хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные девки. Питер. В чем дело? Ну давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Ну что ж, ешьте, лопайте, давайте. Халява, налетай. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я могу сделать больше. Ну, говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер и вообще, это правда важно. Правда важно? Ну что ж, если правда важно, то бежим. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Привет. Юрий. Твоя тетя в другом конце здания. Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Я так веселюсь, надирая ему зад. Мечтай, мечтай, чокнутый. Хочешь сыграть, Пит? Играем на орешки. Не-не-не-не-не. Я не потяну. Вы уж тут сами. Да. С вами, конечно, весело. Но в шахматы я могу и дома поиграть. Хотя, хороший компаньон всегда, да. Так, очень хорошая подруга. Так, хорошо. Голосовое от Юрия. Привет. На аукционе продающий. Имущество Фиска. Подожди, подожди, где я? Ну вот, хоть не зря открывал там. Работала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Вот интересно, ладно. Блин, по городу мотаешься. Давай. Давай, ползи. Блин. А стучать пробовали? Ух ты, классические взломщики. Люблю традиции. На. Еще двое остались. Ладно, я скрылся. Еще один остался.
баиньки. Полный набор. Я могу с собой гордиться. Преступлений Медтаун. А, так они тут тоже ограничены, получается. Да где этот рюкзачок? Давай. Взял. Так. Бегун по стенам. Еще 5000 надо пробежать. Питер, на вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. О, кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Хоп! 10-72. Вооруженные люди грабят гражданских. Всем машинам. Происшествие в районе Дэвилс Шелл. Минутку. Давай. Разгадали, отгадали. А подожди ты. Выключаем. Да. Да подождите ты. Вот так вот. Я аж сам боюсь теперь. Обожаю предотвращать грабежи. Это же основа нашей работы. Ну все, типа, что, щупальца уберутся у меня? Капитан, я заглянул на стройку Фиска. Их оборудование покрылось пылью веков. Просто прикрытие? Я так думаю. Осмотрюсь тут получше. Вот тебе сюрприз. Бум. Ты не дохнешь. Нарываешься? Потери! Прихлебите его наконец! Сегодня явно не твой день! Валите его, пока он нас всех не перебил! Внимание! Отойди подальше! Я его не достану, пока он в воздухе! Еще? Извините, но бесплатные пончики уже закончились. Боссу нужна твоя башка. Я проломлю тебе череп. Давай. Притормозите! До Черной Пятницы еще очень далеко!
Человек-паук, на эту стройку привезли столько цемента, что хватит на два небоскреба. Не подсказывай, я догадаюсь. Наркотики под видом цемента. Это моя теория. Чтобы подтвердить ее, нам нужен повод попасть внутрь. Сейчас оформим. Вот от тебя уже тянет. Меня тоже. Еще пожаловали. Не пихаться, а я каждому уделю внимание. Ты что прикажешь это делать? Не бойтесь его. Берегись. Я говорю, долго не живу. Только попробуй свернуть меня. Я научу тебя. Что ж ты не дохнешь? Подкрепление. Я пришел гасить плохишей и сыпать шутками! И шутки уже Ну, как-то так вот загасил, да. Капитан, в мою паутину попались парни Фиска и все необходимые доказательства. Молодец. Фиск думает, что все еще может всем управлять. Но пора ему понять все трудности отношений на расстоянии. Так, совершить 3 бесшумных нокаута. Блин. Да идите вы со своими нокаутами. Что у меня по карте? Ну вот недалеко. Давай, беги. Вот здесь вот. Давай. А, тут уже почти все готово. Нет. Да блин. На. Прелестно. Еще немножко. Город большой, да. Только посмотри, половина полицейских вышек снова работает. Когда за дело берется коп-паук, за любое дело. Он всегда достигает постав... Нет. Шеф не подавала вида, но коп-паук уже начинал ей нравиться. Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Она это признает, рано или поздно. Конечно. А ей деваться некуда будет. Пойдем. Хоп. Бандам в секторе. Ведется преследование. Требуется поддержка в Колумбии. Стоять. Мы прибыли на место. И что же мы видим-то на этом месте? Теряю терпение. Где эта папка?
Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. А как незаметно? Ну-ка, давай. Подожди. Навыки. Незаметно. Что тут незаметно-то? Это что у нас? Возможность подтянуться на паутине два раза подряд без потери высоты. Атаки с воздуха наносят дополнительный удар. Урон. Так, удерживайте Т и отклоните, чтобы выполнить различные трюки. А где у меня? Так, задание. Навыки. Навыки нет. Гаджеты. Это что-то надо. Научные жетоны. Ладно, да бог с вами, с этими научными жетонами. Я видел где-то... А что, я не могу его? Почему? Почему? Что у меня с жуком не так? Не понимаю. Увеличение, так. Требования, цена. Ну, все нормально, почему он не устанавливается-то? Ну, ладно. Навыки. Задания. Коллекции. Тесты. Совершить не менее 100 серий из 15 или более приемов. Ну, это, видимо, как оно само там будет преодолеть. Персонажи. Список приемов. Где тут бесшумный прием? Разоружение. Удерживаем F. Так. Подбрасывание. Бросок, уклонение, идеальный удар. Подкат. Ну, это мы знаем, атаки от стены. Так. Бросок, броски, добивание, лечение, бой в воздухе. Мне не надо бой в воздухе, мне надо бесшумно, чтобы... базовая атака, подбрасывание, обезоруживание. Бросок на паутине, уклонение, идеальный удар. Дальнее уклонение. Подкат, откат, бросок, бросок. Добивание, лечение. Что-то не могу. Обход угла, спуск потолка. Тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Ты. Ну нехило он его намотал. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Обидно, если эти парни уже позарились на бизнес главаря. Я так хотел расслабиться в выходные. Какие-то железные руки. Надо подцепить его сверху. Выходим. Осторожно. Так. Вот так вот, потихонечку. Тише, тише. Кто-то идет. Здесь меня заметят.
зрение истощается. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Блин, вот как у Бэтмена, да, только определенно открывается. Так, если вы нападете на врага со значком опасности, вас заметят соседние враги. Вы можете отвлекать и приманивать врагов. Так. Но... Нифига я. На, морды в пол. Эй, а что это? Что такое? Не знаю. Камера. Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Маска. Эй, Пит. МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. А нам-то расскажи. 15 минутами ранее. Ну давай посмотрим, с чего все началось. Простите. Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Так. Понятно. Я понимаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать. Да, это моих рук дело. Ну, мне бы точно хотелось это сказать. Фиск, похоже, почувствовал родную душу. Делай то, что не станут другие. Самоконтроль — это не про него. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти... Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там работал, включая моего папу. Скажите, как будете готовы? Да я готова, давай. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. Красота. И? Что дальше? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Пойдем. Что ты мне хочешь показать?
изысканный шедевр. Характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Эти два Нео впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиске. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. Сделайте снимок, прошу вас. Да я сделал. Сфотографируйте, прошу. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что, у меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Все. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Да куда я денусь? Ого, стойте. Это же... Сфотографируйте. Быть здесь. Алло, Крейг? Ты слышишь меня? Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Беги. За угол. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Так, если врага что-то встревожит, он пойдет посмотреть, в чем дело. При этом над его головой появится, означает, что заметили, ага. Что значит, ему пришлось перенести? Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? О, Господи. Нет, ты не сможешь разобраться. Ты чё? Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А чего ты за мной смотришь так? А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Совершенно верно, это угроза. Ага. Точно, Крэг. Ясно. Давай, заходи. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Как? Хороший вопрос. Нео там, за ними. Но выглядит по-другому. Рука поднята. Опущена. Я не понял. Нам точно с Фиском заодно. Ну все, я уже все ее просмотрел.
Опускай руку. Почему ты ничего не делаешь? Так. Ну-ка еще разок. Вон рука поднята, рука опущена. Экспонаты руками не трогать. Что надо-то здесь сделать? Голову даже, голова не та. Давай, фотографируй. Фотографируй. Эта статуя двигается. Основная так. Поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Примечательно, вот он так. Он что-то держит. Ну, давай. Может, части можно двигать? Двигаем. А, подожди. В каталоге упоминались две позы. Рот может повернуть голову. Вот. Почти. Но чего-то не хватает. Я их уже видела. Давай, отдай ему. Все. Нет, не так. Не так? Ну-ка, давай-ка еще разок глянем. Он что-то держит в руке. Но что это? Голова вот так вот вниз, рука вот так вот. И здесь вот. Но это не то. Почему не то-то? Почему не то? Еще разок вот это попробуем дать ему в руки. Вот так. Ну вот. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыха? Что там? Извините, сэр, вам нельзя. Плохо.
Где эта статуя? Там. Вон там. Азиаты. Под ковриках. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Чё именно так? Я дерусь, а ты сваливаешь. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Так. Да, хорошо, конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Чё, не слышите меня? Блин, понятно. Надо, значит, потихонечку тут как-то... Всё понятно с вами. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Сколько вас здесь еще? Лучше помолчать. Соберись, Пит. Ну ни хрена их там. Много барахла. Ну вот так вот быстренько так опа опа опа. Ничтожество. Комнату за комнатой. Сначала одну, потом следующую. Давай, тоже подвесим. МД. Поймали. Стой. Нет. На. Прячься.
брать заложников. Нехорошо, ребята. Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками. С духами как-то дрался, но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Бум. А, похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно, поохочусь на приви... Ой-ой-ой. Здорово. На. Ой. На. Все разломали. На славу. Все разломали, все сломали, все поломали. Напакостили как могли. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила, вы не тот ребенок, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы видели. Расскажите, вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. Да. Наш адвокат. Эй, ты как? Нормально, но они забрали папку. Извини, я принесу ее тебе позже. Ужин что, у Мика. Что, 6 месяцев не было? Ужин у Мика. Ужин у Мика. Хорошо, скоро буду. Вот так вот. Отношения. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Мик стал итальянцем. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Точно. Лучшее в городе. Пока.